Добро пожаловать на пересадочную станцию. Сегодня мы не отправимся в фантастические миры и не будет, как обычно, рассказов и историй. Сегодня я решил немного поведать вам о себе, о канале и о его истории. Ну и, конечно, просто пообщаться, насколько это получится. Я голосом, ну а вы в комментариях. Кстати, обязательно пишите комментарии, я стараюсь всегда на них ответить. Итак, начнем с самого начала. Меня зовут Тимур, и я обычный житель обычного маленького города. Да и жизнь у меня вполне обычная, за исключением некоторых странных эпизодов. Я никогда не выделялся среди остальных ничем. У меня никогда не было особых талантов, умений, способностей. Но я всегда очень сильно любил фантастику. Я любил представлять в своих мыслях фантастические миры и ситуации. Я любил смотреть фантастику, я любил читать фантастику. А когда я познакомился с аудиокнигами, я полюбил ее слушать. Слушать и где-то в душе представлять, что я когда-нибудь смогу так же. Оживлять словом, голосом создавать миры и фантастические вселенные. Но именно когда-нибудь. Не сейчас, конечно, куда мне до этих дикторов? Не с моим гнусавым голосом. Это была мечта, осуществление которой я всегда откладывал. Но в один прекрасный или не очень прекрасный день ко мне пришла страшная болезнь, которая очень многое поменяла. И я понял, что, возможно, не так и много дней у меня осталось, чтобы откладывать. Понял, принял и решил попробовать все-таки сделать это. Попробовать хоть что-то записать. Но чтобы не давать себе даже возможности забросить это дело, я создал YouTube-канал. Было очень страшно. Ведь я понимал, что у меня нет ни образования, ни необходимой аппаратуры, и тем более необходимого голоса. А тем голосом, что у меня есть, разве что можно кричать «занято в туалете». Но все же я открыл канал и начал записывать. Идея канала появилась сразу же, этот образ родился моментально. Видимо, потому что я и сам люблю путешествовать по фантастическим мирам. Название же канала также появилось сразу. Тем более на тот момент я как раз слушал книжку Клиффорда Саймака, которая так и называлась «Пересадочная станция». Кстати, очень рекомендую к ознакомлению. Если будут ссылки, то я постараюсь выложить их под этим видео. В общем, вот так и был создан канал «Пересадочная станция». Так, собственно, и начал я этот путь проводника в фантастические миры. Хоть и не очень умелого, но все же. Я прекрасно понимаю, что с моими навыками и этим голосом... В общем, мой уровень слишком низкий, но это пока что. Я вас уверяю, я сделаю все, чтобы повысить свой уровень и достичь настоящего волшебного голоса. Потому что моя цель — это не просто читать рассказы, стать не просто диктором, а тем самым проводником, сопровождающим в новые фантастические вселенные. Способным хоть на время, но вырвать вас из обычной жизни и показать все великолепие неизведанных миров фантастики. И большое вам спасибо, что в этом пути вы поддерживаете и меня, и пересадочную станцию. Спасибо. И до встречи в следующих мирах.